И всем привет, ребят, с вами GSHP, и сегодня это The Global Softom. Я хочу, и как бы, я уже тут начал, конечно, играть, немножко, три раунда сыграл, но типа настраивал читы пока. И, ну, так получилось, то, что я уже обновился в чит классный, я подумал, надо снять уже The Global Softom с Extreme Hack, серьезно. То есть, чит Extreme Hack, очень классный чит, на самом деле. Опа. Вот так вот как бы, ну легко мы в принципе сделали киллы вот эти, да. В принципе, зачем это мне надо? Можем попытаться даже на ножик, кстати. Кажется, ты какой у меня ножик, это скин чейнджер, если что, ребята. Вот так вот, ну как бы, решил снять видос какой-то, вот потом его считаем погонять на новом аккаунте. Типа... Так, 4-1, тупо классно. Вы просто смотрите на этот чат, тупо смотрите на чат, как они там, я твои в рот. Get right. Мне было подрубать. Как это классно все же. Ну, вот так вот, в общем, мы сделали киллы. А мне нету. Окей. Ну, подумал все же поиграть немножечко, да, так. Вот так вот кидаем гранатку. О, все. Смотрите, тупо. Как он то. У него чё? Так вот он типа играет, да как-то. Вот так вот делаем. Так вот, так вот, смотрите. А, у него вот этот рейдж, как там называется, рейдж, короче, у него рейдж. Одним словом, да, он так. В смысле? Тупо смотрите его демку, или как сказать, ну демку, да. А, ну это не демка, ну просто смотрите на его игру, короче, вот. На третьем. А я в шоке, просто, ребят, читер. Я подумал, ребята, просто сыграть читами, то что я уже давно не играл читами, я тупо, у меня сколько там, одна звезда на аккаунте, это уже другая отруби, а им. Про выхание ничего не говорили, поэтому... Это, я не знаю, кому они там говорят это все, но вроде бы это не мне. Они не знают, что и у меня еще чит такие. Короче, два читера в команде, это очень даже жестко. Так, тут его нет. Чего? В смысле, это что было вообще? Это уже что-то тоже странное. А чего мне не навелось? Кстати, аймбот, голова. Наводиться ближе... Не-не-не. Автонаведение включено. Плавность вообще, посрать на плавность. У меня даже уже получил один скин. Получается тут. Ну, ну да, ну естественно, Gitlight, вот этот Gitlight, это все до Gitlight, на самом деле это Gitlight, подрубил. Ну, все же сейчас они попляшут еще. Калаш, никак. Let's get in and get out. Это вообще жестко. Это что за вообще? Что за дичь происходит такая? Я вообще ничего не понял, как бы это что вообще было? Как они выиграют еще? Кстати, я играю нормально, если вы хотите, я запишу, может, видосик без читов, но типа, блин, реально, вот, я помню, снимал видос с читами, и он набрал кучу просмотров, поэтому я думаю, а что не снять еще раз такой видос? Да. Конечно, понятно, вак у меня, наверное, завтра будет вак, но...
Вот, вот просто классно, да? То есть, вот, вот прям вообще. А он вообще не палится. Наш флеш тми. Флеш тми вообще не палится. Минусак. Хотя сами щитами играют. Так, давайте мы даже кинем репорт, наверное. Я не помню, по каким я там критериям поставил, но вроде по трем каким-то главным. Что? Чего? Опа. И второй раз уже не получилось. Ну, бывает, что сказать. Уже ничья точно будет. Ну, короче, одним словом, это ХВХ, одним словом, да, в напарниках ХВХ. Да. Ну, как-то так. Давайте мы сейчас сделаем тоже кил какой-то потрясающий. Вначале я тащил, сейчас уже он тащит. Мой тиммейт, которого есть рейчер, как он называется. Это уже крутилка называется. Вы видели, я навелся, а он убил. Я навелся, стрельнул, а он убил. Вообще, четко прям. Давайте, в принципе, вот так вот сыграли. Отлично. Выходим. Возможно, даже еще так поиграем. Давайте еще одну карточку поиграем и, в принципе, надеюсь, зайдет, типа, давайте.